Всем привет, вы на канале Flowmy. Сегодня бы хотелось рассказать вам про такую одну маленькую фишку. Ну а для этого нам нужно появиться на любой карте. Ну и после того, как моя карта загрузилась, вы можете заметить то, что у меня появляется совсем другая машина. Данная машина не является стандартной, и это просто скачанный мод. Но я смог сделать именно так, что когда я вхожу в игру, первой машиной появляется она. Я думаю, то, что многие сразу начинают менять ту машину, которая стоит по умолчанию в игре. И теперь непосредственно как это сделать. Все, что вам нужно, это нажать на Escape и перейти в ваши автомобили. Далее вы начинаете искать именно тот автомобиль, который вы хотите поставить. К примеру, у меня один из любимых автомобилей — это Passat B3 в универсале. Я выбираю именно его и делаю так, чтобы этот один автомобиль появился на моей карте. После того, как он прогрузился, я нажимаю опять на Escape и перехожу в автомобили. В самом верху с правой части вы можете заметить 6 таких вот слов. Все, что нужно сделать, это просто нажать «Задать по умолчанию». Слева в самом верху мы видим то, что мы сохранили нашу машину. Ну и теперь каждый раз, когда я буду заходить в эту игру, то самой первой машиной, которая у меня будет появляться, это будет именно Passat B3. Я надеюсь, то, что мое видео кому-то помогло, и взамен я хочу просто попросить лайкосик. И еще я бы хотел попросить об одной маленькой просьбе. У меня есть группа ВКонтакте, в которой я опубликовываю различные скриншоты. Я думаю, то, что тебе понравится, поэтому переходи и подписывайся. А также не забудь посетить мой канал. Я думаю, то, что ты сможешь найти различные полезные видео для себя. Ну, на этом все, всем пока.